Вот, уважаемые зрители, Максим достал из своих закромов еще одну модель, случайно про которую забыл. Сейчас он нам про нее расскажет. Так, что это про нее говорить? Это Renault Megane, только в кузове купе, скажем так. Трехдверный хэтчбэк, если можно сказать. Ну, с этого кузова уже делают Megane RS, который считается как дорожная раллийная машина для обычных людей, то есть можно и по городу, то есть в Европе не надо делать там специальную регистрацию. Обычно у них идет, если раллийная машина, ну как спортивная, то у них там специальное разрешение надо. Вот. И только там где-то по трассе, а это вот строго можно и по городу, и так. Ну, то же самое машина, но тоже зажигалка. Зажигалка, то есть Megane, кто ездил на французских машинах, у них какой есть плюс, вот, еще раз скажу. То есть фильм «Такси» не зря сняли? «Такси» там Peugeot. Вот, Нет, я имею в виду, что у их машины шустрые вообще. Конечно, шустрые. Вот самые лучшие тормоза на всех машинах, на которых я ездил, это на французских. Ага. То есть вот на Renault там буквально вот мизинцем правой ноги ставишь, и она прям колом встает. Ага. Иногда я, когда ездил на этой машине, вот если было резко оттормозиться, у меня там еще брейк-ассист стоял, как бы, и ну, вспомогательные какие-то системы тормозные. То есть, когда резко тормозил, мне казалось, что у меня глаза сейчас наружу выскочат. Она настолько моментально останавливалась. Не просто, что она юзом шла, она просто останавливалась. Вот, ребята. Тормоза все-таки важны. Французы и говорят, лучше медленно разгоняться, но быстро тормозить. Ясно. Большое спасибо. Удачи. Давайте руку пожму. Ага, сейчас перейдем еще. Здрасте. Давайте познакомимся. Меня зовут Адю Бесибин. Очень приятный канал. Я коллекционер стилей массажа. Да. Давайте начнем тогда вот с этой машины. Да, это легендарный Mercedes. Легендарная марка Mercedes-Benz 500 SE. Да. Сейчас популярная модель. Сейчас много людей приходило. Это те еще, которые с неубиваемой ходовой, да? Да. И там... Вот, ну красота. Надо признать, да, такие монументальные формы. А вот эта модель? Это уже Lincoln Continental, это американские гангстеры ездят, в Америке ездили. Ага. Тоже интересная модель. Многие в кино, наверное, ее видели. Это как раз из коллекции Джеймс Бонда. Из коллекции Джеймс Бонда. Там есть специальная серия бондовская. Там все машины, которые в сериалах использовались, снимались, те и выпустили. Вот. Это, ну, тут будет, наверное, не очень отсвечивать. Это серия просто президентских машин, французские, американские. Вот есть Lincoln Continental. Continental тоже американского президента. Да-да. Так, дальше есть французский президент. Шарль де Голль, кто там еще? И вот Майбах, знаменитый Майбах Цепелин. На нем Гитлер ездил в другой раскраске. Считается очень интересная модель, дорогая, лимитированная серия. Вот, а вот это что-то спортивное? Это советская модель. А, советская. Здесь 112. Скоростная модель. Скоростная, да, формы такие. Вот, это что-то, молоковоз? Это молоковоз, да, Mercedes-Benz 1113. Нища держит. Тоже решил принести, показать. А это у нас Магирус. Это что он возит? Судя по орал, это топливо. А, топливо. Я вот. Ясно. А это чьи модели? Это вот парень. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, зрителям про легендарный. Просто многие уже не застали. Это ЛиАЗ. Я их застал, даже ремонтировал. 677. Вот. Угу. Вот, чуть громче, там шумно. Эта модель использовалась чисто, как бы, в 78-е годы, вот именно модель этого года, предоставлена. Да? Гидромеханическая передача, которую ремонтировал. Да. Еще коробка, как бы автомат. Вот. Двигатель от Урала стоял. И говорят, уникальная, мягкая. Да,
очень мягкая подвеска. Воздушная. Да, в народе назывался сарай. Да, ну а он очень объемный, на большое количество, да, пассажиров. Да, до 110 пассажиров. Пожалуйста, пожалуйста. Стоящими, значит, не сидячих мест, а стоящих мест, 110 человек. Но скажу нюанс зрителям, когда я был маленький, на нем ехал на крутых поворотах, мне казалось, что он перевернется. Да. Он кренился. Да, была мягкая подушка очень, и он за счет этой подушки, значит, наклонялся. Ну, бывает, подушка лопнет, ходил на бок. Да. Вот тоже было. Вот это уже Икарус, да? Да, 260-й, трехдверка. У нас в Алматы они появились где-то в 80-е, в начале 80-х, и прослужили до 2000-х годов. Вот. Очень неприхотлив. Водители любили, отзывались хорошо о нем. Пробеги буквально до миллиона без капремонта доходили. Вот. Мощный дизельный двигатель. Я его хорошо помню на 61-х, 63-х маршрутах. Да. Даже бортовые запомнил на некоторых. Ну и как бы в этой модели даже противотуманки мы сделали сами. Да, я вижу. Да, это вот на 63-м на одной из бортов еще в то время 660-й ходил борт. Угу. Вот это по нему мы сделали. Хорошо. Достаточно. Ну это легендарный. Да. Да. Я помню Ильязы и Лазы. И... Да. Ну это интурист, да, типа? Да, это 250 модель, 58, 258, грубо говоря. Ну, 250.58. А, чуть-чуть так. Да. Рассчитан на 45 кресел. Мягкий называли, да? Мягкий салон. Кресел, да. Использовался на международных перевозках. Да. Междугородних, вернее. Вот. Как бы имел гардероб уже этот автобус. Гардероб, да. Да, да. Тут вот эта полосочка. А вот, вот. Туалетная комната в некоторых уже даже была вариантах. Но за счет этого три посадочных кресла убиралось сразу. Терялось. Терялось, да. Илья, ты где, дорогой? Вот. Ну, как бы... Я тебе место забил. Кондиционер уже использовался, да. Вот. Кондиционер использовал. Ваша любимая модель из этих трех? Из этих трех, ну, пожалуй, все-таки туристические. Вот. Ну, я на них ездил, да, удивительно мягкие, комфортные автобусы. Спасибо большое. Удачи вам. Пожалуйста, руку.